Приготовьтесь, так как это дом с привидениями, который слегка отличается от других. Я Марлон Уайнс, и я не могу дождаться, чтобы вы заценили трейлер к моему новому фильму «Дом с приколами». Прямо здесь, на Кинопоиске, с 11 января на больших экранах. Бегом в кино, детки! В январе 2012-го молодожены переехали в новый дом. То, что вы увидите, необъяснимо. Как от такой милашки может так манять? Мы расследуем паранормальное явление в доме Джонсонов в пригороде Лос-Анджелеса. Я тебе начистила твои призрачные яйца! Получай с... Малькольм! Марлон Уайнс представляет. Здравствуйте, я Джефф, а вы должны быть Малькольм. Ага, откуда знаешь? Да я ясновидящий. Мое тело обладает невиданной мощью. Как далеко ты готов зайти, чтобы изгнать этого демона? Я сделаю все возможное. А нахрена это? Да, странновато. Заглядите за видео явление. Здорово! Зачем все записываешь, чмо? Мы быть Дюгана, нас по телеку не показывай! Не дождусь, чтобы надрать ему жопу! Покажись! Не делай этого! Че с мебелью, Потс? Сваливаем, сваливаем! Загляните за пределы сверхъестественного. Я знаю, как облегчить наши страдания. Я согласна. Боже мой, это было охрененно! Познайте дьявола! Здесь экзорцизм творится какой-то! Она покруче Человека-паука! Я Бордер Дарк, я здесь, чтобы освободить тебя. Ты знаешь, как соединить порезы? Крестики, нолики, твою мать! Дом с приколами! Ну и запашок от нее. Я даже не могу представить, как пах тот котенок. Думаете, все это хрень? Тогда зацените, что мы творим на Фейсбуке и в Твиттере. Не забываем нас лайкать и фолловить.